называется Lake Parramatta, то есть озеро Парамата. Парамата – это район Сиднея, находится на западе города, где-то, наверное, километров 30 этого места, где мы живем. Еще, ребята, водичку ноги мочите? Теплая вода сегодня, Данька? Кто-то бросил бутылки в воду. Данька у нас супер-рейнджер. Environmentalist, Данька. И ник environmentalist. Какое интересное слово, молодец. Я так не сказала бы. Да, а куда выбрасывать-то будешь? Ага. Данька, только не надо друг от друга стучать, ты их можешь разбить. Вот здесь можно взять в аренду катамаран, покататься, не знаю, мы сейчас сделаем. Да, врум-врум сделать. Илья Посейдон. Танцы Посейдона. Аккуратней, Посейдон, не упади. Да, Данька тут с Ником ходит, о чем-то рассуждает. Они собрали все бутылки. А теперь пойдем посмотрим выше. Антон разговаривает с Сашей. Аня стоит на камушке. Тут написано, что здесь sudden drop, то есть обрыв неожиданный. И вода тут глубокая, говорят. Видите, говорят, можно утонуть. А еще тут slippery area и скользко. И собакам нельзя плавать в воде. И вообще река закрыта для плавания. Тут есть несколько прогулочных дорожек в парке. 1.5 километра, 2 километра, 4.5 километра. Посмотрим, на какой мы сходим. Попробуем сейчас взять в аренду катамаран. Тут у нас что? Вон стоят далеки барбекюшницы. Самое интересное, что барбекюшницы, то есть там, где можно жарить себе мясо, бутерброды делать, готовить на плите еду. В других парках Сиднея это все огорожено, их нельзя использовать из-за коронавируса. И то же самое, скамейки здесь все открыты, люди сидят спокойно под навесом, обедают. С карантином в парках можно гулять, но устраивать пикники, сидеть на скамейках так вот вроде нельзя. Ну вот здесь люди это делают. Парковку мы очень долго искали, крутились, так и не нашли, пришлось выезжать на улицу. Парковаться в некотором расстоянии от парка. Так, мы взяли в аренду лебедя. Привет, лебедь. Как мы назовем лебедя? Гусь. Гусь. У нас лебедь по имени Гусь. Так вот надо крутить ногами. Блин, она не так быстро крутится. Ай, Илюха, не успеваю. У меня будут очень накачанные ноги. Так, надо поворачивать. Это какой-то рычаг. Так. Всем. Аренда лодки стоит $50 в час. Илья, не стоит. Не стоит. Ты упадешь. Водичка. Не хочу. Но я устала рулить, пересела назад. Теперь Илья крутит ногами, потому что ему скучно просто так сидеть. Он уже всю лодку облазил сверху донизу. Да. Да. Аня, ноги длинные. Впереди вон люди на каяках. Едут. Я расслабляюсь на лодке. Хорошо, да, на солнышке. Спать хочешь, да? Аня фотографирует. Ник там наяривает. Один нас везет, бедный. Такой вот детский труд у нас. У нас воссоединение семейное. Антон с Сашей гуляли с Данькой. Ну-ка, посмотрим здесь, по карте. Мы перешли здесь. А где наша река? Где мы вот, сели? Вот здесь купались. Вот здесь. Мы здесь купались. И потом мы вот до сюда доплыли. Ага. А вы как пошли? Покажи, пожалуйста. Ну вот мы пошли по этой тропинке. Мы вот перешли здесь речку. Прошли здесь. Далеко мы, так? Да, и мы где-то здесь развернулись. Саш, мы круг бы не сделали. Такой трейл большой. Да. То есть мы где-то вот, мы зашли вот до этот, вдоль этого угла. И направо мы уже не уходили, мы развернулись где-то здесь. Красивая дорога? Ну, она хорошая, да. Сложная, да? Банкси трейл, да, вот мы здесь. Она не сложная. Не сложная. По лесу, да, она идет? Она там даже проезжает для машин. Ну, не все. Большая часть ее, да, буквально проезжает для машин. Ну, здесь не очень хорошо. А я тут еще хотела показать, тут на картинках показано, какие животные живут вот возле озера Парамата. Вот такая древесная лягушка. Если машины проедут, здесь тоже достигнут. Тоже древесная лягушка, маленькая, dwarf tree frog. Yellow robin, милая такая птичка с желтенькой грудкой.
Летучие мыши, конечно же, как они везде. Ехидна. Даски морен. Это такая смешная, смешная птичка, где клюв красный, забавный. Great cormorant. То есть это какая-то водоплавающая тоже птица. Да. А это pheasant. О, pheasant это у нас же фазан, да? С таким красивым хвостом длинным. И что тут у нас еще? Sugarglider. Sugarglider такие милашки. Nocturnal animals, да, ночные животные, сумчатые. Fish. Очень fish. То, что в озере есть fish, это удивительно. And possum. This eats fish. Летучие мыши вряд ли едят. That's a flying fox. Flying fox. Lace monitor. Варан, да, варан. Dagulu black, то есть темного цвета, темно-синего цвета варан. И вот dragon, тоже распространенная ящерица, их можно много где встретить. И еще all, да. Конечно же, eels. Eels это у нас угорь, да? Угу. Мальчишки встретились после поездки. Данька, где вы были? Там. Понравилось? Нет. Нет? Слишком долго. Долго устал ходить, да? Угу. А Ника, тебе понравилось на лодке кататься? Ага. Ага. Печеньку тебе купил. Да, угу. Да. Но он даст его печеньку только если он будет хорошо нет, себя вести. Не даст, а купит. Я ее уже... Она уже тут сидит. Да, Данечка, я тебя слушаю. Я забыл породу собаки, которая вот такая маленькая. И она очень пушистая и может быть рыжего. Шпиц. Типа мы такое видели. Такое видели? Она была там. А мы ее там видели. А я там. Мы гуляем по парку. Там же на озере Парамата. Сейчас мы решили пойти по тропинке. Спускаемся вниз по ступенькам. Там теперь та река, озеро, на котором мы катались на лодочке. Теперь у нас она слева находится. Здесь Илья показывает чудеса жонглирования. Так, веду. Говорим по-русски. Хэм. Да. Говори только по-русски. Так, у нас здесь хэм, сыр. Пират бата. Чиз. Это Илья издевается надо мной, что я сама уже говорю наполовину на русском, наполовину на английском. Этого не замечаю. Ну, например, почему называю хэм хэмом? Потому что я не помню, чтобы мы в России покупали такую тонко нарезанную ветчину. Ну что, поднимемся вверх по ступенькам. Посмотрим на озеро. Вон уже другие люди катаются на наших, на нашем гусе. Вот такие виды. Красиво. Красиво сверху смотреть. Мы будем дальше искать наших ребят. Мы нашли наших. Мы наконец-то до них дошли. Мы шли, 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 шли. 8 часов. И мы пришли. Тут у нас привал. Всем привет. Ну как, ребята, наслаждайтесь видами? Такой камень специальный, прямо с... Да, рожден для того, чтобы на нем сидеть. Спасибо парку. Мы уходим домой. Бай-бай. Да. Антошка настоит, ждет. Да, вот мы уже идем к машине. Закончили прогулку.